На часах 13.07 в эфире, да, действительно, программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Накануне, размышляя о том, кого же пригласить в «Особое мнение», я исходил из того, что сегодня такой очень важный момент и очень важный день в жизни нашего города, избрание нового главы города. Еще нужно вспомнить о том, что завтра областное законодательное собрание будет утверждать новый состав областного правительства. Вот я думаю, кого пригласить, нужен человек опытный, в том числе с опытом парламентской деятельности. Выбор пал на Михаила Курашина, вице-спикера законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Михаил Вячеславович, добрый день. Добрый день, спасибо за характеристику. Как настроение? Осеннее. 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 Это больше такое как печальное, умиротворенное, ну, осенью созерцательное. Обычно человек впадает в некое состояние задумчивости о том, что было, и о том, как прошел год, поэтому я думаю, что... Года уже начинается. Осмысление, да, событий, это и есть осеннее настроение. Угу. Итак, уже известно, кто стал главой города нашего на ближайшие 5 лет. Ну, я имею в виду сроки полномочий 6-го созыва Кировской городской думы. Уж не знаю, как эти 5 лет будут проходить. Может быть, что-то и произойдет за это время. Но так или иначе, вот больше чем уже полчаса назад состоялось голосование в Кировской городской думе. Сегодня первое пленарное заседание было. И с результатом в 27 голосов эти выборы... Депутаты голосовали, эти выборы выиграла Елена Васильевна Ковалева. Еще можно было проголосовать за кандидатуру Владимира Журавлева. Он набрал 8 голосов. Я напомню, что Ковалева кандидат от «Единой России» на пост главы города, а Владимир Журавлев кандидат от «Справедливой России». Иные партии, прошедшие в Гордуму, они своих кандидатов не выдвигали. Ни ЛДПР, ни коммунисты, ни коммунисты России. Ну, я думаю, давайте короткую биографическую справку по Елене Васильевне. Вот напомним, освежим в памяти, что же за персона. Елена Васильевна родилась в поселке Свеча в декабре 1963 года, окончила Кировский сельхозинститут по специальности экономика и организация сельского хозяйства. Работу начинала в налоговых органах нашего региона. В 2006 году возглавила департамент финансов Кировской области, но в 2011 году указом губернатора была назначена на должность заместителя председателя правительства области, главы департамента финансов нашего региона. Ну и, как известно, в конце октября прошлого года Елена Васильевна была исключена из состава областного правительства, из поста зама, из поста руководителя Минфина. Ну, можно пораньше, по-разному говорить, сама ушла, не сама ушла. Ну, мы помним эту ситуацию, да. И вот Елена Васильевна глава нашего города. Михаил Вячеславович. Ну, вот не слишком... кардинальные перемены. Уход из областного правительства, и тут первое лицо областного центра. Хочу сначала поздравить Елену Васильевну с избранием. Это, на самом деле, наверное, неожиданное было для многих, да, там появление ее в качестве и кандидата в депутаты, и потом кандидата в главу города. Ну, то, что... И победа ее в качестве одномандатника. Ну да, да. Да. Угу. Вот. Хочется сказать, что на самом деле Елена Васильевна, там, на мой взгляд, один из таких крупных профессионалов, который на протяжении, ну вот как было в справке сказано, с 2006 года в работе областного правительства и показала достаточно компетентную, профессиональную, хорошую работу. Не случайно и не раз, и не два наш Минфин признавался одним из лучших в стране. Там Елена Васильевна была на хорошем счету. Рейтинг федерального министерства финансов. Да, да, да. Вот. То, что в период, когда мы работали вместе, да, там я могу сказать, что было всегда очень приятно работать с Еленой Васильевной, потому что это там не просто там, человек, который сидит при деньгах и, как обычно бывает, там, говорит сразу «нет». Да? То есть это человек, который там вникал в вопросы, пытался... Давайте обсуждать. Анализировать, да, обсуждать. И самое-то главное, что человек был достаточно открыт с точки зрения того, чтобы принимать аргументы и, там, соответственно, принимать необходимые решения. Поэтому там, с точки зрения компетентности и профессионализма Елены Васильевны, тут, я думаю, вопросов ни у кого нет. И я там более чем уверен, что людей, которые... собирали бы на нее или там, говорили бы на нее какие-то негативные, их намного меньше, чем тех, кто будет говорить о ней как о профессионале. Появление ее в городе, ну, это, наверное, знак того, что все-таки период, когда там, наша область раскидывается профессионалами, да, там должен закончиться. Об этом там, мы много говорили и говорили
назад и говорили год назад о том, что там выхлещивание профессионалов из работы госорганов приводит к снижению эффективности и, собственно, неэффективности государственных органов. И там примеров приводилось много. Это те же даже решения, которые были приняты в прошлом году, когда большая часть правительства была там исключена из правительства и уволена с должностей, и там те зачистки, которые были проведены по министерствам и ведомствам нашего областного правительства, это там показатель того, что там, ну, во главу угла ставились политические задачи, а не задачи организационной деятельности, да, то есть никто не думал о том, как, собственно, область нужно развивать. То, что Елена Васильевна появилась там, ну, опять же, там, для ее уровня, я считаю, что это достаточно хорошее и правильное действие, да, то есть оказаться во главе города Кирова. И очень надеюсь, что, собственно, знание не только финансов, но и там, хозяйственных вопросов и социальных вопросов будет достаточно для того, чтобы быть эффективным управленцем. То есть, подводя некий итог вышесказанному, вы считаете, что Елена Васильевна вполне компетентна для того, чтобы занимать данную должность? С точки зрения ее компетентности у меня сомнений нет. Да, там Елена Васильевна достаточно компетентна. Вопрос в том, насколько она будет, во-первых, самостоятельно и ресурсоспособно решать те задачи, которые стоят перед городом, да, потому что мы понимаем, что... Что вы имеете в виду? Самостоятельность? Ну, самостоятельность, опять же, определяется там, тем, кто в городе там, там, формирует решения, кто эти решения продвигает, и там, мы в очередной раз можем уйти в разговор относительно того, что хорошо или плохо там, та гегемония Единой России, которая установлена в городской думе, потому что мы эти периоды проживали уже не раз, не два и не три. 23, напомню, место Единой России сейчас занимает. Прекрасно понимаем, что там, при таком подходе там, ну, сложно рассчитывать на изменения в политике муниципалитета в отношении и городских проблем, и горожан. Да? То есть там, мы представляем, там, как они относятся к мнению граждан, мы представляем о том, как они обсуждают вопросы, связанные с какими-то текущими проблемами. То есть мы примерно представляем и можем, наверное, порассуждать, я думаю, что таких людей немало, да, там, где чьи интересы будут встречаться и пересекаться. И именно отсюда я и употребляю термин самостоятельность. Что касается ресурсности Елены Васильевны, точнее, ресурсности должности главы города, да, то здесь, соответственно, тоже вопрос. Мы имели ситуацию, против которой, кстати, мы еще тогда выступали в законодательном собрании, когда у нас в городе было двоевластие, глава города и глава администрации. Когда, но оно и сейчас есть. Когда, собственно, распределение ответственности, оно было достаточно слабым, и в результате много вопросов как раз зависало на уровне того, кто же все-таки должен был решать. И поэтому в свое время мы выступали против того, чтобы в Кирове сохранить вот это исключение и сохранить двоевластие. Опять же, мы понимаем, что сохранение этих должностей влечет за собой, опять же, разговор о том, кто реально будет владеть ресурсами и кто будет реально принимать решения. Будет ли это решение на уровне главы города или же это будет решение на уровне главы администрации, ну, покажет время. Там, опыт есть и тот, но там, я считаю, что все-таки глава города это должен быть политическая должность, то есть его задача это в большей мере работа с органами власти более высокого уровня, а там, непосредственно уже хозяйством города должен управлять глава администрации. И на мой взгляд, вот, то, как отработал этот период Александр Викторович Перескоков, да, там достаточно показательно, что в городе был хозяйственный. Да, то есть и в первую очередь речь идет о том, как, в каких объемах были проведены там, дорожные ремонты. Мы помним, как весной, наверное, не было и у вас ни одной передачи, где тему наших, состояния наших дорог там, не поднимали. Регулярно, да. Да, то есть, в принципе, за это время, и опять же, ну, побоюсь, ну, мне так кажется, что там, я лично не помню объема ремонтных дорог в таком объеме, как это было в этом году. Это же федеральные программы. Но их же тоже привлечь. Говоря. Во-первых, их надо привлечь. Во-вторых, их нужно, скажем так, грамотно распределить. В-третьих, правильно освоить, да, там, и объяснить.
обеспечить контроль. И там по всем этим позициям, на мой взгляд, администрация Перескокова отработала достаточно хорошо. И там отдельно хочу поблагодарить Александра Викторовича за ремонт в своем дворе, который там требовали мы лет 10, и он наконец-то сейчас состоялся. Со своей ситуацией говорите. Да. В доме, где вы живете. В доме, где я живу. Поэтому вопрос, какие ресурсы будут у Елены Васильевны, и насколько эти ресурсы будут серьезны для того, чтобы решать серьезные задачи, вот, там этот вопрос тоже, соответственно, открытый, и будем ждать тогда назначения главы администрации, кто будет главой администрации, для того, чтобы понимать, каким образом будет выстраиваться система распределения функций и ответственности между ними. Ну, об этом мы чуть позже обязательно поговорим. Сейчас у нас небольшая пауза. Это особое мнение Михаила Курашина. Напомню, вице-спикера законодательного собрания нашего региона 5-го созыва. Мы вернемся через полминуты. Кстати, хорошее замечание сейчас сделал Михаил Курашин. Да, раз 27 голосов было сегодня на первом заседании Гордума за Елену Ковалеву, то кто-то ведь из-за оппозиции тоже проголосовал, да? Потому что единороссов это 23. Ну, я думаю, что на самом деле, опять же, Елену Васильевну знают многие. И даже, вот опять же, в период моей работы могу сказать, что там многие из оппозиции, в том числе, и общались с Еленой Васильевной, и обсуждали вопросы и реально решали какие-то ситуации. А кандидатура Журавлева Владимира? Еще одного претендента, одного из двух. Ну, я, честно говоря, про Володю ничего плохого сказать не могу, да, там это действительно активный... Не обязательно сразу плохое это говорить. Активный такой достаточно политик, и я считаю, что вот как раз ситуация противовеса, тем более, насколько я знаю, он рассматривается в качестве одного из замов, да, то есть... Нет, к сожалению, вот нет, я уже, смотрю, да. Слежу за ситуацией по сайту bnkirov.ru, бизнес-новости, наши коллеги. Так вот, корреспондент, собственно, из Гордумы сообщает, что на пост заместителей председателя, на посты заместителя председателя Гордумы выдвинуты Николай Барсуков, коммунисты России, Александр Востриков, Справедливая Россия, и Алексей Ребов. Ну, про Журавлева речи не идет. К сожалению, да, тогда, потому что мне кажется, что вот, будучи в качестве заместителя, да, он мог бы быть хорошим таким подспорьем, противовесом для Единой России, то есть имея там публичность, имея доступность к информационным каналам, он мог бы это озвучить. То, что там он не стал, ну, не знаю, это, опять же, там достаточно закономерно. Единственное, что мне кажется, сейчас было бы, наверное, правильнее попробовать и Елене Васильевне, и оппозиционным партиям все-таки попытаться сформировать некую такую дискуссионно-переговорную площадку. Да? То есть то, что мы пытались сделать в законодательном собрании, у нас, может быть, она не получилась в достаточном мере, но в каком-то виде она работала, и мы действительно имели возможность работать с большинством Единой России, используя своих заместителей от оппозиции. Я прошу прощения, сейчас только заметил, буквально 10 минут назад, вот последнее сообщение из онлайн-трансляции «Бизнес-новостей». Избранный уже заместитель председателя Гордумы – это Александр Востриков, уже упомянутый, «Справедливая Россия», и Алексей Рябов, «Единая Россия». Что ж, можно поздравить теперь и... Кстати, сегодня на первом заседании Гордумы присутствовал губернатор Игорь Васильев, и СМИ писали, что специально под него депутаты подстраивались. Изначально с 9 утра они должны были собраться, но в итоге с 11 это все началось для того, чтобы губернатор поприсутствовал. Он, кстати, тоже поздравил Елену Ковалеву, вручил ей цветы и обратился присутствующим с просьбой беречь нового главу города. Вот. Кстати, в этом видите какой-то знак, то, что губернатор? Тут некоторые уже успели высказаться, что вот, чтобы особо пристальное внимание будет у главы региона вот сейчас. Нет, к работе городских парламентариев, влияние, что ли, хочется. Присутствие первого лица региона на подобном мероприятии, да, то есть на назначение главы областного центра, там, это вполне нормальный, естественный процесс. Там, как главного города региона. Да, то есть как областного центра. И поэтому там ничего в этом удивительного я не вижу. Там, то, что нужно беречь, там, это тоже все достаточно очевидно. Мне бы не хотелось, на самом деле, чтобы мы сейчас там, ушли в то, что эта новость об избрании у нас стала там, топовой новостью нашего региона на протяжении там, последующих недель. То есть уже хотелось бы увидеть какие-то конкретные действия. А давайте вы сейчас конкретные действия, собственно, проговорите. Основные моменты, пункты сейчас, с чего сразу включиться в работу Елена Васильевна? Ну, я считаю, что сейчас как раз идет стадия обсуждения бюджета города, да, там, и, соответственно, мы там
ждем, что опытный финансист там приложит все усилия для того, чтобы бюджет у нас был действительно там, ну, профицитный, это, конечно, мечта, но был достаточно приближен к реальности. И в эту реальность вошли продолжение темы, связанной с благоустройством и ремонтами дорог, потому что, ну, во-первых, и в этом году не все успели сделать, во-вторых, и начато уже... Ну, пока окончательные сроки еще не подведены, но, видя, как работает, что-то создается впечатление, что... Начатая программа по благоустройству, она так пристально к себе призывает внимание всех горожан, и поэтому многие дворы, я думаю, в том числе и ваш двор, в котором идет ремонт... Ремонтируется тоже, да. Хочется, чтобы этот ремонт был не просто завершен, а его хотело бы хотя бы лет на 10, как минимум. Вот, поэтому это первый момент. Ну, второй момент, это очень хочется надеяться, что городская власть изменит свою позицию в отношении малого и мелкого бизнеса. Да? То есть мы помним все эти перипетии с ларьками, с мини-рынками, с, ну, опять же, гонение, это, наверное, слишком резко сказано, но там с нежеланием видеть интересы малого бизнеса, да, там вот очень бы хотелось... Ну, чтобы... это, конечно, не весь малый бизнес... Торговые точки. Малые и мелкие, да. Чтобы все-таки изменился взгляд и появилась какая-то понятная, прозрачная концепция тому, как малый бизнес может развиваться и будет представлен в городе Кирове. Потому что, еще раз, там, для нашего муниципалитета вопрос с наполнением бюджета — это все-таки не дотация, а именно развитие малого бизнеса. То есть мы этот потенциал используем крайне слабо. Третья тема, которую бы мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы она получила продолжение, она была достаточно активна, наверное, лет 7-8 назад, потом она пришла в какое-то такое стоячее, смирительное положение. Это тема развития территориального общественного самоуправления. Мы помним и там организовывали, и видели конкурсы, которые проводились среди ТОСов, связанных с распределением бюджетных средств на те же вопросы благоустройства, когда сами жители принимали участие в том, чтобы определять, что делать, как делать, и, соответственно, получали финансирование на то, чтобы это реализовывать. При всем при этом, напомню, там мы сейчас, у нас у всех на памяти проект по поддержке местных инициатив, где там были цифры, показывающие, что там на 1 рубль бюджетных средств привлекалось, по-моему, по последним там 7-8 рублей вне бюджета, да, то есть спонсоры, сами жители, да, и так далее. У ТОСов там эта цифра была всегда выше, да, то есть там 10-15 рублей на рубль бюджетных средств — это, в принципе, там была нормальная тема. И поэтому я считаю, что вот этот там вопрос надо развивать. Ну, приятно, что, опять же, наверное, Елена Васильевна, с этим нужно будет заканчивать и разгребать, но там вопросы благоустройства города рассматриваются и более широко. В частности, мне очень нравится та идея, как с велопарком, который реализуется на площади Конева, да, там, в Кочеровском парке. Ее вот надо бы как-то это самое решивать. Ну и, наверное, ключевая проблема — это вопросы, связанные с капитальными ремонтами и отоплением. То есть до сих пор там, я, честно говоря, вообще там уже запутался в цифрах, когда докладывают, сколько домов там у нас подключено, сколько не подключено к отоплению. Там могу, опять же, в этом году, имеется в виду, да, нынешнее отопление. Судить по себе, там, мы отопление еще не видели, хотя, вроде как, по данным нашего ЖЖКО, оно у нас есть. Есть график, ведь вот, поэтому, тот же сайт, ну, горячая вода, там можно посмотреть. Сейчас ситуацию резко исправили, потому что приехал КТК и... Наш отремонтированный двор уже начинает расковыривать, вот, и проводить ремонтные работы. Да. Одни вот сделали, другие ломают. Поэтому у нас ни отопления, ни горячей воды нет. Но посмотрим по тем срокам, которые они определили, появится или нет. Угу. Поэтому вот это, наверное, такое накидывание первых тем, которые хотелось, чтобы попали в поле зрения. Странно, что Михаил Вячеславович не упомянули те резонансные случаи, когда участочек земли... Как-то вот так он переходит в чье-то владение, и там что-то начинает строиться. Точечная застройка. Это вопрос, на самом деле, уже там более такого второго, я обозначил, порядка. Да? Mm-hmm. То есть это вопросы, которые там не сейчас надо уже там принимать решение, а надо
законодательно разбираться и рассматривать вопросы о том, каким образом происходят эти процедуры. Потому что ну, там, где-то есть законное решение, где-то есть незаконное. И я думаю, что если Елена Васильевна и там, новая команда города захочет там, навести этот порядок, то там, первое, что им, наверное, надо там, встретиться с прокуратурой и выяснять те там, моменты, да, которые есть у них для того, чтобы, собственно, определить, чего на этом рынке происходит. Таких вопросов, опять же, там второго и третьего уровня их достаточно много. Потому что, опять же, там в качестве еще там одной темы, о которой нельзя забывать, это юбилей города, который там у нас тоже уже фактически не за горами. Через 7 лет, да. Через 8. И как бы так. 6 я бы уже говорил. Вот. К которому тоже надо готовиться. Это там не чемпионат мира по футболу, здесь основательно надо готовиться. Вот. А для этого, опять же, там, ну, ждать только там, федеральные или областные деньги неправильно. Нужно искать в том числе внутренние ресурсы и развивать собственную там, налогооблагаемую базу, то есть развивать собственный бюджет. Mm-hmm. Поэтому, как бы так, вот это там из задач второго порядка. Я думаю, что, опять же, там, это уже к разговору после принятия бюджета, как разговор о стратегиях развития города. О долгосрочном планировании. Еще последний вопрос, наверное, по главе города. На сегодня последний вопрос, я имею в виду. На прошлой неделе мы беседовали в том числе с нашими слушателями, какие бы они наказы в том числе дали, да, главе города, что бы они хотели, на что первоочередное нужно внимание обратить. У нас был опрос. Там я, как автор опроса, пошел от обратного. Ну, смысл в том, чтобы чего бы не хотелось, как вот, ну, вот по-человечески вел себя новый глава города. Там были такие варианты. Чтобы не толкал ободряющие речи вот постоянно на каждом шагу. Чтобы не перерезал ленточки, чтобы не был косноязычным. Чтобы не перерезал ленточки в прямом смысле или в косвенном? Ну, на открытии чего-то. Ну, имеется в виду, чтобы только этим занимался. Да, только этим занимался. Еще были варианты, чтобы не выпячивал постоянно свою партийную принадлежность. Он говорил, что ножку партию, там все мы сделаем и так далее. Вот такой чисто визуальной, возможно, точки зрения, чего бы вам не хотелось. Ну, честно могу сказать, если Елена Васильевна не поменялась, то там первые две позиции, связанные с пламенными речами и перерезанием ленточки, это точно не ее. Не. То, что касается выпячивания партийной принадлежности, ну, мне кажется, опять же, здесь не столько, может быть, она сама будет решать, где нужно заявлять о партии, а где не нужно. Да? То есть, являясь там членом партии, она будет выполнять там те решения, которые принимает там, ее руководство этой партии. Но очень надеюсь, что таких там, примеров будет минимально. Вот. Чего бы не хотелось, не хотелось бы, чтобы Елена Васильевна считала, что в городе все хорошо. То есть, там был, кстати, такой вариант в вопросе, но он звучал примерно так. Быть невозмутимым при существовании и обсуждении острых проблем. Вот как-то вот такой вот. Ну, скажем так, невозмутимо или с холодной головой, это тоже разные ну, вещи. Понимаю, да, то есть оттенки разные, да. Невозмутимым это иногда ведь можно провести аналогию с тем, что человеку все равно. Да, то есть, а с холодной головой это вот то, как, собственно, Елена Васильевна работала в Минфине, да, то есть, да, участвовать, да, выслушивать аргументы, но решение принимать не эмоциями, да, там, и решение принимать не там политическими моментами, а решение принимать именно задачами развития, задачами там, тех ресурсов, которые есть. Вот, вот это хотелось бы, да, там, увидеть. Прекрасный пол на это, в принципе, способен. А? Прекрасный пол, в принципе, на это способен. Отбросить эмоции, так вот, с холодной головой подойти к делу. Елена Васильевна... Вы знаете, как эти все мемы-то в интернете? Ну, я же девочка, ой, все. 10 лет находилась под прессом мужчин различного уровня, начиная там от депутатов и заканчивая там губернаторами, когда там давили, требовали там денег там и так далее. Я думаю, что у нее сложился не то что иммунитет, да, там, а вполне осознанная и понятная для нее линия поведения. Снижает болевой порог к этим воздействиям, да, такой. Да. Вот, а то, что она там девочка, представитель женского пола, да, там. Кстати, я думаю, симпатичная что, женщина. Да. Надо, мы получаем достаточно красивое лицо в нашем городе. Да, то есть я считаю, что там не грех этим нам гордиться и везде об этом рассказывать.
Михаил Курашин, вице-спикер Заксобрания Кировской области 5-го созыва. У нас подошло время рекламы, мы скоро продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Михаил Курашин, вице-спикер Заксобрания Кировской области, свое особое мнение сегодня высказывает. Не так много времени остается. Давайте немножко хотя бы поговорим про главу администрации. Про остальную жизнь. Про остальную жизнь, да. Хватит. Сказали, да, тем более, что не хотелось бы, чтобы это на ближайшей неделе стало самой обсуждаемой темой, новый глава города. Глава администрации. Скоро он станет известен, новый глава администрации. Ваши прогнозы хотелось бы услышать. Ну и, как известно, уже губернатор предложил свою половину комиссии, которая будет выбирать главу администрации. В комиссию вошли Кочетков, Курдюмов, Гозман, гендиректор компании «Нововятка» Андрей Перескоков. Родственник? Нет. Простите. Руководитель «Сельмаш» Александр Чурин. Ну, как известно, еще Гордуман будет, да, свою половину формировать, и затем уже будем голосовать. Итак, прогнозы. Ну, прогнозы вещь вообще неблагодарная. Ну, понимаю, но... Неблагодарная, потому что... И кандидатуры, наверное, да? Гадать, кто там смог бы, да, не смог есть, бы. Но все-таки несколько хотя бы соображений. Я бы, честно говоря, хотел бы, да, там, понимаю, что это маловероятно, но хотел бы, чтобы все-таки был Александр Викторович Перескок. Остался. Да, потому что помимо там всех достоинств, о которых, в принципе, мы говорили в начале, есть еще одно достоинство. В том, что он с Еленой Васильевной проработал вот эти 10 лет. Рука об руку, да, то есть они одни из сторожил были в предыдущем составе, да, правительства, и они пока там умеют общаться с друг другом, они понимают друг друга, они там могут там, действительно быть эффективными, эффективной командой, эффективной парой. Поэтому вот, на мой взгляд, вот это был бы идеальный вариант. Там, но там, не знаю, останется ли останется Александр Викторович. Вспоминать о том, что незаменимых людей не бывает. Незаменимых не бывает, когда есть длинная скамейка запасных профессионалов. К сожалению, там, я ее не вижу и не понимаю. Да, там, мы видели высокую ротацию, предположим, на уровне заместителей главы администрации города там, в прошлые годы, когда там, менялись они достаточно активно, часто, наверное, там, практически все поменялись. Да, там, а это говорит о том, что ну, как бы так, значит, не хватает вот этого там, государственного профессионализма, да, то есть профессионализма государственного управления. И люди, соответственно, приходя, там, через некоторое время понимают, что это не их, и там, они уходят. Поэтому, как бы так, я не скажу, что есть такая скамейка. Оказаться может на самом деле там, кто угодно. Да, то есть это может быть там, человек, который там, поставлен элитами или поставлен Единой Россией с точки зрения принципов лояльности. Да, то есть что, вот он был там, послушный и, собственно, там, выполнял то, что ему говорят. Там, это мы тоже проходили. И там, ни к чему хорошему это, такие вещи не приводят, кроме того, что там, ком проблем увеличивается, оппозиция просто там, бесится. В отношении того, что там, их полностью игнорируют, несмотря на то, что они представлены в городской думе. Да, там, и как бы так, скандал за скандалом. Я считаю, что в Кировской области количество скандалов хватает без этого. И там уже как бы так настолько тяжело смотреть на новости, которые поступают из Кирова, что просто уже там, я не знаю, честно говоря. То есть мне там много сейчас приходится ездить по стране, и как бы так я могу сказать, что во многих регионах, там, несмотря на то, что есть скандалы, есть проблемы, да, там находится и немало позитивных тем. Там, ну, вот тот же пример Дальнего Востока, где, там, опять же, можно сказать, да, это же федеральные тренды, там, дальневосточный гектар, там, свободный порт, территория опережающего развития. Но это не просто там, темы, спущенные сверху. Это темы, которые работают внутри. И когда там, средства массовой информации показывают успешные опыты в этих, да, там, людей, получивших гектары, начинающих осваивать, там, бизнес, который заходит на там, территорию опережающего развития, это то, что формирует лицо там, территории. В Кировской области, ну, там, последний пример, за, там, не было у меня две недели, и там, две недели не мог выйти в интернет для того, чтобы посмотреть новости. Выхожу, собственно, кроме ДТП и там, пожаров, собственно, одна только была тема, что прошли выборы губернатора. Ну, вот все. Права, видимо, матушка-то Игоря Васильева. Он ведь заявлял об этом в интервью, что она читает новости. И вот с плохими эмоциями это все воспринимает, что у вас там в Кировской области происходит одни какие-то происшествия, несчастья. Нужно понимать, что это не должны быть искусственные позитивные новости. Да, там. И когда, предположим, нам там, говорят о том, что там есть интересные темы там, по развитию там, цирка или там, по восстановлению судоходства на Вятке. Ну,
окей, если это там наши там тренды, которые мы собираемся развивать, давайте мы будем формировать позитивные новости на этом. Но не просто на том, что мы хотим это сделать, а конкретные действия, конкретные решения. У нас по проекту там космического центра новости появляются раз в полгода, когда нам кто-то в очередной раз с федерации пообещает денег. И все. То есть, кстати, скоро должны открыть в ноябре. Кто об этом знает? Какие новости с этим связаны? Да, там, вот. Кроме журналистов, имеете в виду, кто да. знает. Ну и там людей, близких к данной теме. Вот. Поэтому там, если там человеком, главой администрации там, окажется человек по принципу лояльности, мы не изменим лицо. Да, там, я боюсь, что Елена Васильевна не изменит лицо нашего города в паблике. Да, то есть мы будем оставаться территорией, в которой скандалы, ДТП, происшествия там, и так далее и тому подобное. Простите, Михаил Александрович, я все-таки шаг два шага назад сделаю к Кировской городской думе. Я просто банально забыл ваш комментарий поинтересоваться насчет этой персоны. Переход Валерия Васильевича Крепостного из ОЗС в городскую думу. Ну, там разные прогнозы были. Уж не метит ли на пост главы города, может быть, замом будет. Ну и в итоге он не зам, а рядовой депутат. Некоторые СМИ сообщали, что отказался занимать какую-то должность ввиду состояния здоровья, но так или иначе. Ну, я думаю, что Крепостной в гордуме. Валерий Васильевич, как человек, представляющий одну из крупнейших элит в нашем регионе и обладающих там сферами влияния и в области, и в гордуме, там, ну, может свободно ходить туда-обратно, и как бы так придавать этому особо значения не стоит. Там. Он там ненадолго, возможно? Ну, я могу предположить, что действительно, может быть, там, какие-то личные причины или состояние здоровья заставили его там сделать подобный шаг, там, ну, для того, чтобы там, может быть, чуть-чуть более спокойно жизнь на уровне муниципалитета, и поэтому, но при всем при этом своего влияния и своего авторитета там на всю власть в Кировской области там не потерял. Поэтому там, может ли он оказаться на должности там главы администрации города? Ну, вряд ли, да, потому что как для него и там, для того, чем он занимается, это будет некое, во-первых, там, понижение, а во-вторых, дополнительная нагрузка, которая там, ну, вряд ли для него она достаточно интересна. Mm-hmm. Может ли он оказаться, предположим, где-то рядом с Еленой Васильевной в качестве, предположим, ну, не знаю, там, первого зама вести такую должность, да, там, может оказаться, да, там, такой своеобразный советник, консультант, человек опытный, да. Там, надо ли это ему? Не знаю. Думаю, что не особо надо. То есть, с учетом того, что, еще раз повторю, там, и в областной думе, и в городской думе его интересы представляют там немалое количество депутатов, там, я считаю, что там, ему достаточно комфортно будет в любом состоянии. Mm-hmm. Даже если он, в принципе, уйдет из представительных органов и останется просто вот, там, бизнесменом, меценатом, как он позиционирует себя последние годы. Ну, фракция это «Единая Россия», на кого, на взгляд, будет сейчас равняться? Равняться или прислушиваться? Внутри себя. Ну, прислушиваться. Я думаю, говоря, что она будет продолжать прислушиваться именно к Валерию Васильевичу. Крепостному. Да. Угу. Остается у нас 2 минуты. Ну, тут тема, конечно, обширная. Давайте хотя бы несколько каких-то, да, основных опорных моментов вы озвучите. Я имею в виду и формирование команды областного правительства. Завтра состоится заседание ОЗС, а сегодня там прошли или проходят комитеты, где рассматриваются кандидатуры. Ну, известно, ну, примерно половина будет новичков в правительстве. Из прежней команды остаются Кочетков, Курдюмов, Котлячков и Илья Шульгин. Ну, можете быстрый комментарий дать по поводу этих персон. Они остаются. Ну, можно поздравить, что они остаются. Вроде бы, да. По крайней мере, там, за тот год, который они здесь были, они были достаточно видны, в отличие от тех, кто там не попадает. Бекетов, Мищенко, да, то есть те, которые... Куземская. Ну, Куземская тоже относительно была публична, но она там меньше остальных-то была в правительстве, да? По времени? Да. Да, это самое позднее назначение, вот. Да, было. Да, поэтому, как бы так, попали те, кто достаточно там был уже заметен, и если они там смогут дальше перейти из состояния предвыборной подготовки уже к непосредственно текущему управлению регионом, будет хорошо. Угу. Новые люди. Андрей Плитко, Алексей Коробов. Там уже наши коммунисты УЗУ уже подняли. Достаточно зайти на сайт оригинального отделения КПРФ. Там компромат уже собран.
Ну, опять же, люди новые, я их лично не знаю. И, там, Росреестр, опять-таки, даже если там, покопаться в их биографии, я думаю, мы не получим ответ на вопрос, смогут ли они работать там, в тех сферах, за которые будут закреплены и в которые будут ответственны. То есть, дай бог, чтобы смогли. Хотя там, ну, мы понимаем, что, опять же, вопрос в том, что там, следующим уровнем будут и ротации в министерствах, ведомствах, а это уже, там, опять же, вопрос о тех, кто останется, и о наличии профессионалов в этих структурах. Ну, пока, наверное, трудно судить, насколько можно доверять или не доверять новой команде. Ну, вот по принципу города, да, я вас спрашиваю, основные моменты, на что сейчас сосредоточиться в областном центре и в области сейчас, на чем новой команде сосредоточиваться? Бюджет тоже самое. Здесь ничего не поменялось, да, то есть это, налогооблагаемая база, б, снижение госдолга, снижение нагрузки, в, привлечение инвестиций. Потому что как бы так мы не слышим вообще никаких инвестиционных экономических планов. Да, то есть мы, где деньги брать, да? Собственно, куда собираемся это идти? Uh-huh. Да, то есть там, мы не можем и никогда не избавимся от госдолга, там, если не будем, не появится своя экономика. Соответственно, там первый очередной вопрос о том, куда мы будем двигаться. Ну и одна тема, опять же, она там мне и профессионально интересна, и как бы так мы задавали ее тогда еще в Рио губернатора, это вопросы, связанные с поддержкой некоммерческого сектора и гражданской активности в регионе. То есть там были сформулированы предложения, выборы прошли. А вы тогда договорились встречаться, там в мае было, да, в библиотеке имени Герцена, да, крупное там собрание. Ну, вот, и как бы так. Теперь с тех пор не встречались ничего. Хотелось бы, чтобы вот все предложения начинали как-то воплощаться. Увы, больше не можем продолжать нашу беседу. У нас тоже такой временной регламент. Далее новости. Благодарю гостя. Михаил Курашин, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, 5-го созыва. Поживем, увидим. Поживем, увидим. Встретимся, спасибо. Обсудим еще. До свидания.